Faith is for me like a child who stands on a chair and daddy is saying, come to me. Для меня вера – это как ребенок, который стоит на стуле, и вот его зовет отец. И этот ребенок знает, что он не упадет, потому что отец его поддержит. Он поможет ему, и этот ребенок знает, что он не умрет, с ним ничего не случится. Вера для меня равняется доверию. И особенно хочется сказать то, что вера – это не какой-то тренд, это стиль жизни. И поэтому мы учим как раз об этом очень много сейчас, именно потому что это стиль жизни. Я бы даже сказал, что мы зависим от Бога. Вот это для меня вера. Он проведет нас через все жизненные ситуации, и мы будем абсолютно спокойны.